Спасибо всем, кто пришел меня послушать. Тема, на которую я хочу поговорить, это причины и следствия украинского кризиса, который, конечно, не сходит с новостей с февраля 2014-го. Вот только сегодня утром в газетах была большая история гражданской войны на Восточной Украине. План, которого я бы хотел придерживаться, мне хотелось бы сделать несколько предварительных замечаний, чтобы дать вам историческую справку по этому кризису и далее поделиться моими соображениями, что этот кризис повлекло. Далее пояснить, почему я считаю общепринятое мнение неверным, коснуться реакции Запада на данный момент, которая, на мой взгляд, ухудшает и без того плохую ситуацию, и высказать, что, как я считаю, должно быть сделано. А в конце пустимся в небольшую дискуссию о последствиях. Начну с предварительных замечаний. Касательно основных стратегических интересов Америки. В моем понимании, основные стратегические интересы — это такие регионы мира, за которые вы готовы сражаться насмерть. На мой взгляд, вне западного полушария, которое имеет огромную стратегическую важность, в мире есть только три региона, представляющие для нас значение. Первый — это Европа, второй — Северо-Восточная Азия и третий — Персидский залив. Очень важно понимать, что с тех пор, как эта страна получила независимость в 1783-м, Европа оставалась наиболее значимым для нас регионом. И даже когда японцы напали на нас в Перл-Харбор, мы придерживались политики «сначала Европа», как в начале войны, так и до самого ее конца. И это во многом потому, что могущество в Европе было намного важнее, чем могущество в Северо-Восточной Азии в долгосрочной перспективе. Персидский залив, разумеется, важный регион, потому что там нефть. А нефть — это критический ресурс, имеющий огромное значение в международной системе. Итак, это были три наиболее важных для нас региона вне западного полушария. Еще раз, с начала существования этой страны Европа была номером один. Надо понимать, что сейчас происходит фундаментальный сдвиг, сдвиг огромной важности. Азия, в силу подъема Китая, будет теперь самым значимым регионом в мире для Соединенных Штатов. Персидский залив, поскольку он неразрывно связан с Азией, нефть идет в Индию, нефть идет в Китай. Персидский залив будет номером два, а Европа отодвигается на далекое третье место. Мы фактически оставляем Европу в зеркале заднего вида. И, разумеется, это надо учитывать, поскольку украинский кризис в Европе, и в нем замешано НАТО. Давайте посмотрим на географию Европы. Это простой, если не упрощенный ход мыслей, но вот перед вами карта. Вы видите, где Украина, видите, где Польша, и вы видите, где Россия. Как я себе представляю безопасность Европы? Это Франция, Германия, Польша, Украина и Россия. Разумеется, мы двигаемся с запада на восток. Это у нас паханы, крупные страны, имеющие вес. И, разумеется, две страны, которые имеют наибольшее значение исторически, это Германия и Россия, или же большую часть 20 века — Германия и Советский Союз. И я выделил их красным, поскольку Германия и Советский Союз вели ожесточенные войны в Польше и Украине. И можно еще Беларусь к ним добавить, если что. Мы идем дальше, а вы заметьте себе, что Украина примыкает к России, а Польша примыкает к Украине. А дальше на западе — Германия и Франция. Шагаем дальше. Этнический срез Украины. И я покажу вам ряд карт, по которым будет очень хорошо видно, что Украина — страна, в которой есть глубокий раскол, и то, что сегодня происходит на Украине, по большей части — это гражданская война. И в определенной степени она не имеет особого отношения к тому, что делают русские или Запад. Как вы видите, красные — это в основном украиноязычные люди. А по мере продвижения на восток, речь пойдет о множестве русских, и, конечно же, о множестве русскоязычных. А это украинские выборы 2004-го. Выборы, за которыми последовала знаменитая оранжевая революция, о которой я еще расскажу. Как вы видите, страна расколота на восток и запад. Русскоязычных на востоке и украиноязычных на западе.
А вот выборы 2010-го, в результате которых был избран Янукович. Я расскажу о президенте Януковиче позже. Он был избран в 2010-м. И, как видите, схема голосования на выборах 2010-го во многом напоминает схему голосования на выборах 2004-го. Вот два свежих опроса, которые опубликовал Международный республиканский институт здесь, в США. Здесь написано, если Украина должна войти лишь в один международный экономический союз, то в какой из ниже следующих? И, разумеется, синий — это Евросоюз, серый — другие таможенные союзы, а красный — таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Ну и города сверху — это Западная Украина, а города в самом низу — Восточная Украина. Вы сами прекрасно видите, что люди на Западе хотят вступить в Евросоюз, а людям на Востоке это мало интересно. Это были цифры для Евросоюза, а вот цифры для НАТО. Оба графика выглядят приблизительно одинаково. Все это говорит о том, что мы имеем жуткий раскол в стране, и конфликт между Западом и Россией из-за Украины разворачивается в контексте данной ситуации. А вот простой график, который показывает зависимость Европы от российского газа. Из этого графика становится ясно, что многие страны в Восточной Европе и даже такие страны, как Германия, крайне зависят от российского природного газа. И, разумеется, это наделяет Россию большим политическим влиянием в данном кризисе и делает затруднительным для нас оказывать давление на русских. Итак, это был ряд предварительных замечаний, которые я хотел вбросить для затравки. Теперь поговорим о причинах конфликта. Чтобы говорить о причинах конфликта, мы должны рассмотреть его с трех различных перспектив. Прежде всего, надо задать вопрос, каковы глубинные причины кризиса. Что за структурные факторы легли в основу конфликта? Далее мы должны рассмотреть прецепитирующие факторы, поскольку кризис разразился 22 февраля 2014. До этого времени было не так ужасно, а в феврале 2014 все просто полетело под откос. И вот вопрос в том, что к этому привело. Если рассматривать лишь глубинные причины, то они не дадут объяснения, почему что-то случилось в феврале 2014-го. Но вот прецепитирующая причина как раз призвана это сделать. И далее, что нам следует обсудить, это реакция русских. Почему русские сделали то, что сделали в отношении Крыма и в отношении Восточной Украины? Мы поговорим о том, что конкретно они сделали, и затем почему. Начнем с глубинных причин. Мой аргумент в том, что именно Запад в первую очередь несет за это ответственность, а не русские. Что, разумеется, не соответствует общепринятому мнению в США. Фактически, не считая Стива Коэна, который преподает в Принстоне, то есть сейчас в Нью-Йорке, это раньше в Принстоне, Генри Киссинджера и, может, горстки других людей, совсем немногие со мной согласятся. Но я считаю, что факты на этот счет вполне очевидны. Ответственность на Западе. И цель... Основные глубинные причины — это стремление США и их европейских союзников вывести Украину с советской орбиты и присоединить ее к Западу. Нашей основной целью было сделать Украину западным бастионом на российской границе. На что Россия говорит: «Этого не будет. Точка. Разговор окончен. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этого не произошло». Вот вам глубинная причина. Теперь идем дальше. В нашей стратегии есть три ключевых элемента. Первый, и во многом наиболее важный, это расширение НАТО. Я разберу его в деталях через секунду. Но вы и сами знаете, что с окончания Холодной войны, в начале администрации Клинтона, мы продвигали НАТО на восток, в направлении границ России, на что русские ответили однозначным «нет». Я пройдусь по этой истории через минуту. Второй — это расширение Евросоюза. Смысл расширения Евросоюза — экономическая интеграция Украины в Запад. Точно так же, как мы находимся в процессе интеграции Польши, Чехии, Словакии и Прибалтов в Запад.
И, разумеется, мы делаем это через НАТО в том числе. Это две группы институтов. НАТО — военный институт, и Евросоюз — экономический институт. Еще раз, идея в том, чтобы оторвать Украину от России и сделать ее частью Запада. И третья составляющая этой истории — разжигание оранжевой революции. Все это ради продвижения демократии на Украине и в других местах. Сами знаете, как США мечется по миру, силясь свергнуть существующие режимы и установить вместо них демократически избираемые. И практически для всех вас, включая меня, трудно пойти против продвижения демократии. Все мы любим демократию. Но если вы Владимир Путин, или если вы из правящей верхушки в Пекине, то для вас США говорят о продвижении демократии, которое означает свержение вашего режима. И вас не должно удивлять следующее. Пекину это не нравится. И это не нравится Москве. Им это не нравится. Китайцы считают, что это мы стоим за протестами в Гонконге. Отправляйтесь в Пекин и поговорите с китайскими элитами. Идея продвижения демократии по всему миру, в особенности Восточной Азии, сводит их с ума. Потому что они считают, что они под прицелом. И знаете что? Да, они под прицелом. Потому что наша базовая стратегия — свергать режимы по всему миру. И не просто потому, что мы любим демократию, но потому что рассчитываем, что тот, кого изберут в итоге, будет прозападным. Мы как бы убиваем двух зайцев с одного выстрела. Продвигаем демократию и получаем проамериканских лидеров. Опять же, стратегия просматривается. НАТО расширяется, Евросоюз расширяется, и продвигается демократия. И еще немного о расширении НАТО, поскольку это очень важно. Расширение НАТО происходило в двух сериях. Первая серия имела место в 1999, когда Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО. Вторая большая серия произошла в 2004. Это когда вступили прибалты. Как видите, Эстония, Латвия и Литва сверху, и Румыния, Болгария, то есть все страны, отмеченные светло-коричневым. Это была вторая серия расширения НАТО. В середине 90-х Советы ясно дали понять, что они категорически против расширения НАТО. Но, во-первых, они были слишком слабы, чтобы что-то предпринять. И, во-вторых, там не было такого, чтобы Штаты оказались прямо у них на границе. То есть, вне сомнения, Латвия и Эстония граничат с Россией. И Литва тоже, если считать этот маленький анклав между Польшей и Литвой. Но по факту это были очень маленькие государства, игра только начиналась. И Россия предпочла смириться с этим. Но потом начались большие проблемы. И состоялся знаменитый саммит в Бухаресте. Саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008-го, итогом которого становится декларация, провозглашающая, что НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к согласию, что эти страны должны стать членами НАТО. И Советы, русские, очень ясно дали понять, что это неприемлемо. Русский заместитель министра иностранных дел сказал, «Членство Грузии и Украины в этом альянсе — огромная стратегическая ошибка, которая повлечет серьезные последствия для общеевропейской безопасности». Сам Путин высказался, «Вступление Грузии и Украины в НАТО — это прямая угроза России». Вы все помните, что в августе 2008-го началась война между Россией и Грузией. Эта война была следствием этого, потому что грузины решили, будто мы подали им сигнал, что они могут наехать на русских, а мы их прикроем, поскольку они скоро будут в НАТО. Но этого не случилось. Вы знаете, что случилось. Русские разгромили грузин. И сегодня у Грузии большие проблемы из-за того, что она решила, будто ее возьмут в НАТО. Так что запомните, этот саммит в апреле 2008-го очень важен. Эта декларация крайне важна. А дальше вот вам война.
Это были глубинные причины, эти три стратегии. Расширение НАТО, расширение Евросоюза и продвижение демократии. Что касается прецепитирующих причин. Это ключевые события, которые привели к перевороту. К перевороту 22 февраля 2014 года, событию огромнейшего значения, которое по-настоящему запустило кризис. Просто вдумайтесь в слово «переворот». Оранжевая революция, продвижение демократии. Переворот от 22 февраля 2014 года. И вопрос в том, что привело к этому перевороту. Это все началось в ноябре 2013-го. В тот момент Янукович, президент Янукович, глава Украины, вел переговоры с Евросоюзом. Чтобы заключить соглашение о сотрудничестве, которое сблизило бы Евросоюз и Украину. Это был шаг в сторону присоединения Украины к Евросоюзу, или, если немного другими словами, присоединения Украины к Западу. Русские обозначили свою позицию, что это недопустимо. Русские хотели заключить сделку, которая затрагивала бы Евросоюз, Россию, Международный валютный фонд и Украину. Но так, чтобы Украина заключила соглашение эксклюзивно с Евросоюзом, а русских оставят прозябать в сторонке, это не то, что Путин был намерен спускать. Он оказывает значительное давление на украинцев, он предлагает им прекрасные условия. А как вы сами понимаете, условия соглашения с Евросоюзом были не слишком хорошими, поскольку вы знаете, какая в Украине коррупция. И Евросоюз хотел, чтобы Украина устранила коррупцию, что украинцы делать не собирались. Что делает Путин? Он не только дает понять, что этого соглашения не будет, но и делает чудесное предложение со своей стороны. В итоге 21 ноября Янукович говорит Евросоюзу «нет». Это привело к серии протестов. Украинское правительство, честно говоря, с подачи Януковича перестаралось с реакцией на протесты, в результате чего волнения только вышли из-под контроля. И в январе 2014-го, как видите, 22 января 2014-го были зафиксированы первые две смерти на протесте. Это был протест на Майдане. И затем... С 18 по 20 февраля погибло уже много людей. Полный беспредел. После этого ряд европейских министров иностранных дел, немецкий министр, французский, прилетают в Киев с целью добиться проведения выборов и тем самым убрать Януковича от власти. Но... Протестующие отказываются от такой сделки. А среди протестующих присутствует значительный процент фашистов, вооруженных, так ведь? На Майдане происходит убийство, и в результате Янукович бежит, спасая жизнь в Россию. Все это произошло 22 февраля. И... Вот ключевые события после переворота. 23 февраля парламент голосует за отмену закона о языках меньшинств на Востоке. По сути, это русский язык. И затем 27 февраля российские подразделения начинают захват блокпостов в Крыму. 28 февраля российские подкрепления начинают прибывать в Крым. Русские не захватывали и не вторгались в Крым, вообще-то. Русские не вторгались в Крым, они уже там были, поскольку у них было лизинговое соглашение. В Севастополе есть военно-морская база, и русские арендовали эту базу у Украины, так что у них там были военные силы. Поэтому, когда мы говорим, что российские подразделения начали захват блокпостов, мы говорим о тех подразделениях, которые уже там были. Затем дополнительные российские силы начали прибывать 28-го. И далее 6-го, 16-го и 18-го разворачивается сценарий. Происходит ряд событий, которые приводят к присоединению Крыма к России. И, разумеется, вскоре после этого разгорается конфликт на Восточной Украине. И хотя у нас нет твердых доказательств, что русские физически в нем участвуют, думаю, это и так ясно, что они участвуют там физически, что там есть российские подразделения. Сколько — это очень сложно сказать со стороны.
По-моему, совершенно ясно, что российское правительство пойдет на все, чтобы пророссийские силы на Восточной Украине оставались в состоянии поддерживать определенную степень независимости. Об этом я расскажу подробнее через секунду. Итак, понимание реакции России. Какой была реакция России? В двух частях. Первое. Они забрали Крым и уже его не отдадут. Крым ушел. Второе. То, что они делают, это не пытаются захватить Украину. Многие говорят, что русские слетели с катушек и что они собираются восстановить Советский Союз или же Российскую империю и так далее и тому подобное. Такого не будет. Путин слишком умен для такого. Вы помните, что было, когда Россия вторглась в Афганистан? Помните, что было, когда мы вторглись в Афганистан? Помните, что было, когда мы вторглись в Ирак? Что было, когда израильтяне вторглись в Южный Ливан? Вам бы не хотелось оказаться в этих местах. Фактически, если вы хотите развалить Россию, то вам только и надо убедить ее попытаться захватить Украину. Путин, опять же, слишком умен для этого. Что делает Путин? Фактически, он в процессе разваливания Украины. И он говорит Западу очень простым языком. У вас есть два выбора. Вы можете отступиться, и тогда мы вернемся к статусу кво до 22 февраля 2014 года, когда Украина была буферным государством. Или же вы можете продолжать играть в свои игры, пытаясь забрать Украину и сделать ее западным бастионом у нашего крыльца, и в этом случае мы развалим эту страну. И, разумеется, они уже в процессе ее разваливания. И они будут продолжать этот конфликт столько, сколько придется. В этом суть игры. Еще раз, два шага. Первый — захват Крыма. Ни в жизни они не дадут превратить Крым в базу НАТО. Помните, что игра называется «Сделать Украину частью НАТО». Не будет этого. И Крым вы не получите. Мы взяли Крым, он останется у нас. Первый шаг. Второй шаг. Вы хотите заморозить конфликт или вы хотите развал Украины, чтобы она не смогла стать частью Запада? Второй вопрос здесь. Чем это мотивировано? Мотивировано это тем, что Россия — это великая сила, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы США со своими союзниками отхватили себе жирный кусок земельной площади большого стратегического значения на ее западной границе и присоединили к Западу. И это не должно удивлять Соединенные Штаты Америки. Как вам известно, у нас доктрина Монро. А доктрина Монро гласит, по сути, что западное полушарие — это наш задний двор. И никому из отдаленных регионов не позволено размещать свои военные силы в западном полушарии. Глядя на аудиторию, я вижу, что большинство из вас в том возрасте, чтобы помнить кризис с кубинскими ракетами, как и я. Помните, как мы все с ума посходили при одной только мысли о том, что Советы разместят военные силы на Кубе? Это недопустимо. Никто не смеет размещать военные силы в западном полушарии. Для этого и существует доктрина Монро. Представьте, если через 20 лет могущественный Китай образует военные альянс с Канадой и Мексикой и разместит китайские военные силы на канадской и мексиканской земле. А мы такие стоим и смотрим. Без проблем. Мы же люди 21 века. Беспокоиться из-за китайских сил — это для людей из 19 века, таких как Владимир Путин. Разумеется, такого не будет. Мы будем блюсти доктрину Монро в отношении Китая точно так же, как в отношении Советского Союза во время Холодной войны. Так пусть никто не удивляется, что русских удар хватил при мысли о том, что мы положим Украину на западную чашу весов. И между прочим, они нам это сказали. Я привел вам цитаты в связи с саммитом в Бухаресте. Я рассказал вам, что произошло в августе 2008-го, война в Грузии. Президенты были на месте, вся риторика была, нам все сказали. Но мы не оставили наших усилий по превращению Украины в часть Запада. И русские отреагировали. Что удивительного? Но почему-то президент Обама и буквально все западные элиты были удивлены. Видимо, это потому, что они люди 21 века, да? И думают, что политика баланса сил больше ничего не значит. И если вы думаете, что для людей в Вашингтоне и большинства американцев проблема договориться с русскими,
то вы не представляете, какие проблемы нас ждут с китайцами. Меня очень любят в Китае, и я бываю в Китае довольно часто. Я обычно начинаю свои выступления со слов «Как хорошо снова быть среди своих», потому что в Китае я интеллектуально больше дома, чем когда я в Вашингтоне. Поскольку в Пекине, ровно как и в Москве, я имею дело с людьми из 19 века, как и я сам, а в Вашингтоне я имею дело с людьми 21 века. Я думаю, китайцы нас еще уделают, да? Обсудим общепринятое мнение. Общепринятое мнение — это что Путин и есть основная причина кризиса. Кто-то даже говорит, что он безумен, либо иррационален. Анджела Меркель приводила эти доводы некоторое время. Он повернут на воссоздание Российской империи. И он имеет заметное сходство с Адольфом Гитлером. Скажу несколько слов о каждом утверждении. Я достаточно много знаю об Адольфе Гитлере. Я писал и активно преподаю на тему нацистской Германии в 30-х и в ходе Второй мировой. Сама идея, будто Путин имеет заметное сходство с Адольфом Гитлером, смехотворна до крайности. Трудно поверить, что серьезные люди приводят этот аргумент. Относительно идеи, что он повернут на воссоздание Российской империи. Если бы он мог, он бы это сделал. Но он не может. Россия — угасающая великая сила. И, как я уже говорил, если бы они пытались расширить Россию путем нападения на Украину и на Прибалтов, то это был бы прыжок в терновый куст. Опять же, если вы хотите развалить Россию, то вам только и надо, что убедить ее попытаться ее расширить. Это приведет к нескончаемым проблемам. Думаю, Путин слишком умен для этого. И он в процессе развала Украины. С этим ясно. Он разваливает Украину, потому что этим он как бы сообщает Западу. Она тебе не достанется. Я развалю ее до того, как ты ее заберешь. Он безумен либо иррационален, и я так не считаю. Я считаю, что он большой стратег. И я не считаю, что основная причина кризиса в нем, как я уже говорил. Следующий набор аргументов, относящихся к общепринятому мнению. Будто США, как милостивый гегемон, печется о стабильности в Европе, печется о стабильности в Азии и по всему земному шару и так далее и тому подобное. Некоторые страны, такие как Япония и Германия, и уж точно Польша, видят в США гегемона. Но есть немало стран, которые так не считают. Иран — это один, Китай — это два, Россия — это три. Они смотрят на это иначе. И поскольку они смотрят на это иначе, вы должны понимать, что когда вы принимаете меры, под вами я имею в виду США, которые, как вы думаете, следует интерпретировать как милость, другая сторона рассмотрит их иначе. Они рассмотрят их как угрозу. И тут мы возвращаемся к тому, что я говорил о продвижении демократии. Мы верим, что продвижение демократии — исключительное благо. Мы не можем взять в толк, почему такие, как Путин и китайские лидеры, этого не понимают. Но они не понимают. И если ты не воспринимаешь, что думают другие люди, ты не в состоянии поставить себя на их место, а значит, тебя ждут нехилые проблемы. И, конечно, это именно то, что и произошло. Далее еще один аргумент. Это что поведение Путина подтверждает, будто расширение НАТО на восток в попытке включить Украину и Грузию было мудрым шагом. Что интересно, нет никаких свидетельств того, что мы считали Путина агрессором до кризиса. Никаких свидетельств, что мы так думали. Никаких свидетельств того, что мы говорили о расширении НАТО в целях сдерживания русских. Потому что, опять же, расширение НАТО продвигалось мужчинами и женщинами 21 века, которые считают, что политика баланса сил мертва. Вот в чем дело. Но вы же понимаете, что Путин — человек из 19 века, так? Он видит мир сквозь призму политики баланса сил. Как и мы, когда дело касается доктрины Монро в западном полушарии. Но в случае Европы, тут мы рассуждаем как мужчины и женщины 21 века. Мы решили, что можно подъехать к самому его крыльцу. А что такого? Мы не считали Россию агрессивной. Это уже когда разразился кризис после 22 февраля, только тогда мы решили, что Россия агрессивна. И только тогда мы решили, что Россия нацелилась создать Российскую империю. Уже постфактум. И, кстати, именно поэтому для президента Обамы и буквально всего Вашингтона этот кризис после 22 февраля был как гром среди ясного неба, потому что они этого не ожидали. Теперь поговорим о нашей реакции. По сути, мы удвоили ставки.
Мы становимся все жестче и жестче с русскими. Это наша стратегия. И это именно то, чего и следовало ожидать, раз мы во всем виним их. Винить себя мы не способны в принципе. Мы ведь никогда не ошибаемся. Вы же знаете, все мировые проблемы создаются кем угодно, только не США. А мы тут милостивый гегемон. А раз уж мы хорошие, а они плохие, то они плохо ведут себя со своими имперскими амбициями. Боже, да ведь это возвращение в 30-е. Любые уступки Путину — это ж Мюнхен, октябрь 38-го. Ни за что. Так что остается только удвоить усилия. Становиться жестче и жестче. Что поднимает вопрос, а приведет ли это к успеху? Мой аргумент, что если ты ведешь проигрышную игру, и причина, по которой ты ведешь проигрышную игру, соревнование между экономическими соображениями и соображениями безопасности, основная установка людей на Западе — это что можно наказать русских экономически, и тогда они поднимут руки вверх. Мой аргумент, что когда соображения безопасности на кону, когда основные стратегические интересы на кону, тут без вопросов, дамы и господа, в случае России это основной стратегический интерес. Страна пойдет на неимоверное лишение, прежде чем поднять руки вверх. То есть вы можете сколько угодно гадить русским, но они не сдадутся. Они не сдадутся, потому что Украина имеет для них значение. И между прочим, Украина не имеет значения для нас, понимаете? Никто не призывает нас сражаться на Украине. Даже Джон Маккейн, который до недавнего времени ни одной войны не пропускал, не призывает к применению военных сил на Украине. Джон Маккейн говорит, что это не... что Украина не жизненно важный стратегический интерес для Запада. Вот что он говорит. Но это жизненно важный стратегический интерес для русских. Они ясно дали это понять. А не только для Путина. Так что, с точки зрения баланса решимости, он в их пользу. И я уже показывал вам слайд, отражающий какой рычаг экономического влияния в руках у русских, поскольку весь этот природный газ идет на Запад. Мы тут ведем проигрышную игру. Но допустим, что я не прав. Допустим, мы ведем выигрышную игру. И мы в состоянии загнать Путина в угол. И вот нам осталось только столкнуть его с обрыва. Это хорошо? Мы говорим о стране, у которой есть тысячи ядерных боеголовок. А государство способно применять ядерное оружие только в одном случае, когда оно в отчаянном положении. Когда оно считает, что на кону его выживание. То есть мы говорим о том, чтобы загнать Путина в ситуацию, где он отчаится. Если вы у себя дома загуглите «Путин и ядерная угроза», вы будете статьи, которые найдутся, года два читать. Потому что его позиция ясна. Вы балуетесь его основными стратегическими интересами. Еще раз, у него есть тысячи ядерных боеголовок. То есть вы загоняете себя в положение, где вы готовы рисковать вероятной ядерной войной ради куска площади Украины, который не жизненно важен для интересов США. Это не жизненно важный интерес для нас. И кстати, вот мой последний довод. Самое поразительное в этом всем, что мы, которые говорили о вступлении Украины в НАТО, теперь тем, что не перешли к военным действиям из-за Украины, сами же и признали, что она не имеет для нас стратегического значения. Вы ведь понимаете, что когда вы принимаете Украину в НАТО, вы даете ей гарантии по статье 5, которая гласит, что вы придете на защиту в случае нападения. Гарантии по статье 5 дают только странам, представляющим важный стратегический интерес. Как Германия во время Холодной войны. Что мы делали, когда мы думали о том, чтобы дать статью 5 стране, не имеющей важного стратегического значения? Это показывает, насколько кривой стала американская иностранная политика в наши дни. И разумеется, украинский кризис — лишь одно из безобразий, которые мы натворили. Сами знаете, мы как царь Мидас, только наоборот. Чего бы мы ни коснулись, то сразу портится. Афганистан, Ирак, Ливия, Украина. Список можно продолжать. В общем, что я хочу сказать. Я не думаю, что у нас получится. Но если у нас получится, то не уверен, что это к добру. У меня тут некоторые цитаты из «Нью-Йорк Таймс», которые хорошо отражают, что мы делаем. Я не стану на них останавливаться. Но по ним очень хорошо видно, что мы играем с русскими в жесткую.
Это выдержка из «Таймс» прошлого года, представляющая собой хороший сводный образец хода мыслей администрации Обамы на то, как быть с кризисом. Итак, что должно быть сделано? С моей точки зрения, мы должны сделать Украину нейтральной, то есть буферным государством между НАТО и Россией. По сути, я говорю о том, чтобы вернуть ей прежний статус-кво, до того, как нам в голову взбрела эта дурацкая идея, будто можно отделить Украину от России и сделать ее частью НАТО, сделать частью Евросоюза, сделать в широком смысле частью Запада. Мы должны работать над созданием ситуации, в которой Украина будет нейтральной, и это буферное государство. Теперь вернемся к моей простой, если не упрощенной схеме, смотря как посмотреть. Вот как я понимаю безопасность Европы. Вот что для этого надо. Для этого надо, чтобы в НАТО входили Франция, Германия и Польша. Украина должна быть буферным государством, а Россия — с восточного фланга этого пограничного государства. А вот чего быть не должно. Не должно быть поделенной Украины, где западная Украина — это НАТО, а восточная Украина — Россия. Русские с американцами, которые на этой стадии уже ненавидят друг друга, зуб за зуб на реке Днепр, так себе идея. Как нам с этим покончить? Очень просто. Эксплицитно остановить расширение НАТО. Кстати, расширение НАТО мертво. Я миллион раз это обсуждал с представителями власти, все говорят, оно мертво. Но что мы должны сделать, это открытым текстом отказаться от него, сказать, что этого не будет. Мы должны разработать план экономического спасения Украины при участии России, МВФ и Евросоюза. Разумеется, это Путин и хотел сделать в 2013-м, а Евросоюз сказал «нет» с дуру. Мы должны пойти на все, чтобы гарантировать права меньшинств, в особенности языковые права на Украине. Это отсылает нас к картам, которые я показывал, по которым ясно, что это важнейшие методы гражданской войны. Что мы должны сделать, это затушить конфликт внутри Украины. Мы должны дать жителям Восточной Украины больше автономности, и мы непременно должны защитить права меньшинств. Будем ли мы делать что-то из этого? Нет. Расскажу об этом подробнее чуть позже. Последствия. Это мой последний слайд. Будет ли новая холодная война? Нет. Россия не Советский Союз. И, как я уже говорил, у нас на горизонте маячит новый потенциальный соперник. Причем таких масштабов, каких мы еще не видели. Китайская угроза, как только она материализуется, это будет нечто такое, чего мы еще не видели. У нас будут все руки заняты Азией. Нам будет не до Европы. А Россия будет с нами, уравновешивая коалицию против китайцев, в которую войдут Южная Корея, Япония, Вьетнам, Тайвань, Сингапур, Индия и Россия. Русские будут с нами. И это еще одна причина, по которой вся эта политика — тупость. Чего мы сейчас добиваемся, это толкаем русских в объятия китайцев. Великая стратегия. Нам нужны русские с Ираном. Нам нужны русские с Ираном, а мы подтолкнули их к иранцам, чтобы они продали иранцам 300 противовоздушных ракет. Нам нужны русские с Сирией. Нам русские где только не нужны. Нам совершенно ни к чему с ними ссориться. Не будет. Не будет у нас холодной войны. Продолжит ли США разворот в сторону Азии? Да, все, что для этого нужно, это один большой кризис. Обычное дело. Вероятно, в Южно-Китайском море. И скорее рано, чем поздно, если вы читаете газеты. И когда это случится, мы сосредоточимся на Азии с точностью лазера. Потому что вот он, наш конкурент. А Россия нам не конкурент. Каковы возможные последствия для НАТО? Это возвращает нас к предыдущему вопросу. Я считаю, что у НАТО серьезные проблемы, и он по большей части исчезнет как функциональный союз со временем, потому что мы развернемся к Азии. Каковы возможные последствия для наших союзников в Азии? Это очень интересный вопрос. Я был в Японии в декабре 2014-го, и японцы, как и множество других азиатов, в первую очередь гадают, будем ли мы с ними. Потому что они видят, как мы устраиваем проблемы на Украине, видят, как мы лезем в драку с ИГИЛ. И говорят, если США воюют с ИГИЛ и припирается с русскими из-за Украины, смогут ли они переключиться на Азию?
И кроме того, говорят они, даже если США и переключится, можно ли им доверять? Посмотреть, как бригада в Вашингтоне работает, так не похоже, что они умеют попадать в цель. И мы хотим от них зависеть. Если ты японец, и ты зависишь от американского зонтика безопасности, особенно от американского ядерного зонтика, не будешь ли ты чесать в затылке и приговаривать? Могу ли я положиться на Вашингтон в разборках с китайцами по поводу островов Синкаку? Непонятно. Так что я считаю, что это не пошло на пользу нашим отношениям с восточными союзниками. Каковы возможные последствия для Ирана и Сирии? Как я уже говорил, мы еще увидим, что русские нужны нам с Ираном и что русские нужны нам с Сирией. А если мы берем палочку и тыкаем русских в глаз и продолжаем тыкать им в глаз, то они будут искать способ нам отплатить. И я не удивлюсь, что если так пойдет, то они не станут подыгрывать нам с Ираном. Если мы не договоримся с иранцами, будет интересно посмотреть, что сделают русские. Посмотрим, захотят ли они поддерживать санкционный режим. А с Сирией полная жесть, как вы знаете. И если есть надежда это как-то исправить, то русские должны будут в этом участвовать. И опять же, нам будет очень тяжело сотрудничать в силу того, что происходит на Украине. Крым навсегда останется русским? Да, он ушел. Каковы возможные последствия для Украины? Это во многом самая важная часть моей лекции. Я отведу на нее 2-3 минуты, и потом перейдем к вопросам. Когда я даю эту лекцию, многие люди на Западе склоняются, что моя позиция глубоко аморальна, потому что я обвиняю во всем Запад, а не Путина, который определенно тяготеет к авторитарности или даже к гопничеству, вне всякого сомнения. Но я считаю, тут происходит вот что. Запад ведет Украину тропою тех, и в конечном итоге это приведет к тому, что Украина будет разрушена. И я верю, что политика, за которую я выступаю, нейтрализация Украины и затем строительство ее экономики, исключающее ее из соперничества между Россией с одной стороны и НАТО с другой стороны, это лучшее, что может ждать украинцев. А мы что делаем? Мы подначиваем украинцев, чтобы они ожесточились против русских. Мы подначиваем украинцев, чтобы они думали, что в итоге они таки станут частью Запада, потому что мы в итоге победим Путина и в итоге добьемся своего. Время на нашей стороне. И, разумеется, украинцы этому всему поддакивают. Украинцы практически отказываются идти на любой компромисс с русскими. Вместо этого они хотят проводить жесткую политическую линию. И, как я уже сказал, если они будут так делать, конечным итогом станет то, что их страна будет разрушена. И мы фактически способствуем такому исходу. Я считаю, что было бы куда благоразумнее для нас работать над созданием нейтральной Украины. В наших интересах было бы похоронить этот кризис как можно скорее. И, разумеется, в интересах России тоже. И что самое главное, это было бы в интересах Украины. Положить конец этому кризису. Спасибо. Ты можешь стать спонсором канала By Drost и задонатить на Boosty. Ну, что такое 100 рублей в месяц? Тебе это ничего не стоит? Внизу под видео все написано. А также вы можете подписаться на их страничку ВКонтакте или в ТикТоке. Перевела Нингрин, озвучил Drost.